Это уже третий суд по 282 статье в Первоуральске. Сегодня в разжигании межнациональной розни обвиняют организатора так называемых русских пробежек Александра Чекрыжова. Первую пробежку в Первоуральске он провел в 2012 году. Это отличный, нормальный парень. Причем вот он ориентирован именно на какие-то, на вот с точки зрения нормального человека, на очень здоровое направление. Он ориентирован на здоровое направление, занятия спортом, здоровый образ жизни, так скажем. Вот здесь ходит к нам на вечерки, так скажем. Он где-то там по подъездам с какими-то наркоманами никогда не общается, ничего, когда у него никогда этого не было. То есть человек вполне нормальный, вполне адекватный. И такого очень, что ли, направления положительного, что ли, созидательного. Если бы среди молодежи было побольше таких людей, то, наверное, у нас бы было гораздо меньше проблем. Поводом для возбуждения уголовного дела стало размещение в соцсетях песен одной из российских рок-групп, многие композиции которой значатся в федеральном списке экстремистских материалов. В Первоуральском городском суде находится на рассмотрении уголовное дело в отношении Чекрыжова Александра Сергеевича, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 281. Санкция данной статьи предусматривает наказание как... начиная от штрафа, то есть от 100 тысяч до 300 тысяч рублей, и заканчивая лишением свободы до 2 лет. В социальных сетях он разместил информацию, которая как раз-таки вот содержит данные. Напомним, что недавно в Первоуральском городском суде уже рассматривалось 2 уголовных дела по 282 статье. Тогда обвиняемые сразу признавали свою вину и шли на сделку со следствием. Основной процесс по делу организатора русских пробежек начнется 12 марта. Однако уже сейчас известно, что Александр Чекрыжов свою вину не признает и намерен доказывать свою невиновность в суде. Пока ни обвиняемый, ни его адвокат комментариев не дают. Алексей Николаев, Влад Черноусов, Интера ТВ.